Всем привет, с вами Аурум, и что ж, скоро у нас в игре Clash Royale обновление, и начиная с сегодняшнего дня, разработчики будут порционно выдавать нам информацию о будущей обнове. Сегодня, точнее, вчера еще вечером появился первый Sneak Peek. В принципе, инфа там не какая-то супер-мега-крутая и скандальная, но все же она довольно интереснее. Но я уверен, что с каждым Sneak Peek'ом будет все интереснее и интереснее, поэтому не забывайте подписаться на канал и следить за обновлением у меня на канале, потому что впереди нас ждет, ну, где-то минимум, наверное, неделя разных интересностей о том, что же будет в игре введено дальше. Итак, первое. Две дополнительные колоды на восьмом уровне. Как вы знаете, сейчас у нас всего лишь три слота для колод. Теперь появится еще две, и в целом будет целых пять. То есть сейчас мы можем хранить целых пять колод. Ну, в принципе, логично. Количество карт в игре увеличивается, а значит и количество слотов для колод тоже должно увеличиваться. Ну, не знаю, для меня эта новость никакая не критичная. Вообще, в принципе, мне и трех колод с головой хватало, кому-то и одной колоды хватало. Ну, теперь мы можем иметь сразу целых 5 колод. Далее, функция добавления в друзья через игру, а не Facebook. Вот это действительно очень круто, и лично мне хотелось бы, чтобы друзей могло бы быть более 5000, потому что в Фейсбуке, когда я добавил больше 5000 друзей, где-то не больше 5000, а где-то 4+, да, у меня сразу все зависло, и по сей день функция «друзья» у меня не работает в Clash Royale, поэтому я очень сильно надеюсь, что в игре лимит сделают побольше, и я смогу вас всех туда добавить, но, конечно же, вряд ли. Далее, возможность пригласить игрока из списка друзей в клан. Это само собой понятно, уверен, что между собой друзья смогут махаться, все, в общем, то же самое, что у нас сейчас через Facebook, только теперь это будет реализовано на базе самой игры. Это, по-моему, давно нужно было делать. Далее, вступить и создать клан можно будет с первого уровня. Запросы карт с третьего уровня. Не знаю, с чем это связано. В принципе, прокачка до третьего левела, потому что на данный момент времени клан можно создавать именно с третьего уровня. Она, ну, занимает понты времени, поэтому я не знаю, с чем связана такая критичная тема создать с первым левелом. Ну, может быть, сломать вот эти стереотипы другие. Ну, как бы есть же кланы, где первый левел глава, например, клана. И сейчас они существуют, просто официальными правилами они запрещены. Ну и последнее. Возможность копировать колоды из TV Royale и из повтора в клан-чате. Я не знаю, кому это нужно. Мне, например, несложно зайти профиль любого игрока и там нажать копировать. Но вот такое небольшое улучшение, ну, чтобы добавить, не знаю, дополнительную кнопку в интерфейс игры, что ли. Я не знаю, зачем это делали, но, в общем-то, на сегодня это, в принципе, все. Как я и говорил в начале видео, разрабы не дают нам чего-то сверхъестественного. Это, можно сказать, такая вот затравка, да, где в сегодняшнем Sneak Peek'е основной упор, конечно же, на двух дополнительных слотах, которые появятся на восьмом уровне, и функция добавления в друзья через игру, а не через Facebook. Вот эти две вещи, они хоть плюс-минус как-то нам интересны. Все остальное, ну, такое, мелочи и нюансы. Поэтому, ребят, на сегодня, в принципе, все. Следите за обновлением на моем канале. Уверен, что нас ждет еще очень много интересной инфы о будущем обновлении. Ну и, собственно, сама обнова будет ориентировочно, мне кажется, на следующей неделе. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!